Масштабная обесточка. Саратовские энергетики грозятся отключить с 20 февраля несколько маршрутов электротранспорта. Такая инициатива исходит от СПГС, которая обеспечивает муниципальное предприятие «Саратовгорэлектротранс» электрической энергией. Также в компании сегодня заявили, что с 1 марта возможны полное отключение транспорта от контактной сети. Энергетики пояснили, что это вынужденная мера и обусловлена она многомиллионным долгом со стороны СГЭД. На данный момент задолженность за электроэнергию составляет около 70 миллионов рублей. По подсчетам специалистов, к марту эта сумма увеличится еще на 15-20 миллионов. В СПГС пояснили, что пока предложение по ликвидации долгов и графиков погашения в компанию не поступало. Складывается впечатление, что руководство СГЭД избегает оплаты любыми возможными способами. Ведь мы, как организация-поставщик, использовали все доступные методы разрешения этой ситуации. Мы уже не знаем, что делать. В ответ тишина, это как бы бьемся о какую-то бетонную стену. Однако уже ближе к вечеру стало известно, что предприятие «Саратовгорэлектротранс» направило первый платеж в размере 12 миллионов рублей в счет погашения долга. Кроме того, гендиректор муниципального предприятия Константин Касьянов, комментируя ситуацию, заверил, что в СПГС также отправлен график погашения имеющейся задолженности.